На нашем большом поле следующую участницу. Кобылка 2022 года рождения. Пурга Нисахат. Буланная масть. Владелец Анатолий Головатенко из Карачаево-Черкесии. И там же место рождения Пурга Нисахат. Обратим внимание, что родители Пурги Нисахат, отец горит серой масти, мама Пейхат Ханум вороной масти. Ну и самые внимательные зрители, те, кто внимательно слушает, могли уже догадаться, что имена у кобылок первая буква совпадает с первой буквой имени матери. В данном случае Пурга Нисахат, мама Пейхат Ханум. Ну а имя отца, первая буква имени отца, находится в середине имени кобылки. Пурга, отец Галим. В данном случае в роли хендлера выступает дочь владельца Анатолия Головатенко. И мы видим, что прекрасно справляется со своей задачей. Друзья, еще раз благодарим вас за понимание, за то, что не аплодируете, потому что это важно для наших молодых, совсем юных участников, для которых громкие аплодисменты могли бы служить лишним шумом. Они могли бы их отвлекать и вызывать нервозность, но вместе мы с вами все вместе проводим этот первый ритм. Непростые задачи у хендлеров в этом первом ринге, потому что кобылки еще молодые совсем, молодые животные, и не всегда они готовы выполнять поставленные задачи. И здесь, конечно, нужна сноровка, нужна качественная работа хендлера, который в нужный момент может и успокоить, в нужный момент может и направить в нужное движение, в нужном направлении кобылку. Многие знают, и это мы еще раз подчеркнем, что своенравный, непростой характер и довольно повышенное внимание. Иногда кобылицкая порода может отвлекаться на любой шум, на любое движение, особенно в молодом возрасте.